Данный браслет, который мы будем с вами плести, действительно саморасплетающийся, расплетается очень быстро, достаточно дернуть за два конца шнура, и он прям мгновенно превращается в цельный кусок веревки. Так, вот этот вот браслет, у меня он на руку 17 сантиметров в обхвате, вышло 3 метра практически. Поэтому получается в 3-метровый кусок паракорда расплетается. Нам нужно только избавиться от вот этого узла бриллианта, и все, и за два конца, и он расплетается. Чтобы сейчас не расплетать этот браслет, который я сплел, я вот сплел кусочек точно такого же плетения, вот, и покажу, продемонстрирую, как он расплетается. То есть вот достаточно взять за два конца, и вот что происходит. Очень легко, просто, все. То есть очень просто расплетается, очень легко, очень удобно. Для плетения данного браслета понадобится приблизительно 3,5 метра паракорда. В частности, я взял 3,5 метра. Начинаем плести с центра. То есть с одной и с другой стороны одинаковая длина. Начинаем делать вот такую вот петлю. И вообще весь браслет плетется из петель. Далее заводим правую часть, правый конец паракорда, опять же вот такой вот петлей в петлю. Должно получиться вот таким вот образом. Далее левая часть также петля в петлю, вот так вот. То есть вот что у нас должно выйти в самом начале. Далее мы видим, что вот эта нижняя петля, это у нас будет часть нашей застежки, в которую будет продеваться в конце узел. Поэтому ее мы немножко вытягиваем. И регулируем эту петлю, величину петли под тот узел, который вы планируете в конечном итоге сделать. Я еще не знаю, какой узел я буду делать. Возможно, что бриллиант, как обычно. Так, теперь нам нужно подтянуть за вот этот вот конец паракорда и за вот этот, для того, чтобы затянуть всю эту конструкцию. Вот что должно получиться. Ну и теперь мы плетем. Берем свободный край, то есть тот, который без петли в данный момент, и делаем из него вот такую вот петельку. Вот такая петелька, и делаем из нее вот такую вот петлю. Вот такая петля у нас должна получиться. Вот из таких петель мы и будем плести данный браслет. Следим, чтобы вот этот конец паракорда, который выходит с петли, вот этот,
низ которого образуется петля, чтобы он находился с краю. То есть не сзади, не спереди, а именно с краю. Тогда будет плетение более ровное и красивое. Так, и вот ту петлю, которую мы делаем, вот именно эта петля уходит в предыдущую. То есть вот сюда мы ее продеваем. Эту затягиваем. Подтягиваем ее. Вот, и вот у нас должно что получаться. Вот такие как бы две петли должно так проходить. Вот так вот. Теперь получается вот у нас свободный конец. Теперь с него мы делаем точно такую же петлю. Вот конец уходит тут слева, с краю. И после того, как вы ее потянули, теперь эта петля уходит в предыдущую. Вот так вот. Только нужно тот момент такой, что не сзади должна уходить, а именно вот здесь вот спереди. Вот. Вот этот шнур, он сверху, край. То есть вот так вот идет наше плетение. С этого края опять то же самое, опять та же самая петля, и поехали. Делаем петлю, опять продеваем ее сюда и так далее. Fade were the echoes of my love arrive to you above and wake you up. At last in a box addressed to the stars in the sky, and soon up there with the moon, my favorite regret. Forever my favorite regret. Each
moment we spent, I've been almost content just to talk to her all through the night. But a part of me mourns what will never be born. Forever my favorite regret. He's gentle and kind, and totally blind to not see the life we could lead. And he is destined to be my favorite regret. In bad times and good, I've steadfastly stood. My passion just waits to be freed. But he is destined to be my favorite regret. Well, I've got more to give, but I'm happy to live in the shadows.